Вот. Так. Смотри, посмотрите, здесь камера стоит. Просто здесь аккуратно. Посмотри на нее. Ты берешь захват, делаешь бросок, потом пускаешь руку, он руку выставляет и падает. Вот смотри, ты делаешь бросок, раз, и он обязательно руку выставляет, да? И ты не против. А теперь дай ручку. Значит, вот так ты стоишь, посмотри, движение. Вот, видишь? То есть я руку держу и приседаю. Так, ну что тут разговариваешь? Еще там пару тысяч уже месяц. Кто выходит? Кто его выходит? Еще есть Игорь. Ладно, Лиза. Как бы по шее. Так, встаньте рядом. Я посмотрю. Просто вот так. Так. Будем надеть лампу. Вот так вот, наверное. Так, Миша, иди сюда. Посмотри, Мишенька, встань сюда. Ты сфотографируешь, но наполовину надо, чтобы ног не было. Да? Хорошо. А я сейчас другого возьму. Что мне несет сюда? Стоп. Мишаня, стой. Вот, смотри, да? Вот так нас фотографируешь. Вот так. Хорошо, Миша? Вот так. Здесь светло. Вот так. О, вот так. Разберешь. Так. Еще раз. Сколько, Миша, можно щелкать? Спасибо. Сейчас я дальника посмотрим. Посмотрим. Сейчас посмотрим, как он будет. Все, я сейчас дальника пожал. Так. Может так? А что же тебя посмотрим? Хорошо. А ты единственное, что делает, это не просто. Не-не-не, все просто не на то, что. Вы сидите? Что такое Денис? Все? Нет. Анька. Что, помогаешь? Ну что, ты сразу приглашаешься. Что? Что, нормально? Боль. Хорошо. Так, сейчас. Сзади подумай. Сейчас, ну так что. Нет, да, не держи. Я не понял. Сзади. Ты как сборная СССР борешь. Как футбол не играешь. Никак. Саня, мать, играй, мать. Посмотри на меня. Ну, посмотри. Посмотри. Вот посмотри на ногу. Все. Это ты уже все, ты уже все, уже бросишь. И летишь. Ты же бросаешь через руку. Значит, ты должен вот стоять. Нет отсюда, чтобы вытащить. А как же ты хочешь вот так, посмотри, ноги прямые, одна впереди, на этой стоишь. Тебя вообще бросать очень легко, ты понимаешь? Ладно, ты упал, а если на тебя упали, ударился, держи. Ты должен, во-первых, ты должен взять за вправо, вот стоять, чтобы ты мог через вот сюда бросить. А ты вот так встал, и он тебя держит, чтобы ты не упал. А ну, Сулин. Что вы сидите? А, сейчас идем еще. Thank you.
пришел в Данию, но никого не боится, он только меня боится. Мишка, ты готов? Да. Даник? Да. Чуть-чуть пару. Ну опять они ходят. Послушай меня. Ты умеешь, да? Умеешь. Береза. А, наоборот. Береза. Походи, походи, я Thank you.
Денис, у тебя так не только нога будет болеть. Хорошо, Денис, умер. Сколько раз? 701.
Еще раз. А ты? 500. Макс, сколько сделал? 700-300. Идите салаги домой. Ушел! Все, дохну, идите. Вот посмотри, Макс, 700 сделал столько, а ты один. Он говорит 700-300. Самый вот для меня был лучший подарок — это книга.
Мне мама говорила, сынок, что тебе купить? Я говорю, мама, купи мне какую-нибудь, иди сам, выбери. Я шел в магазин ее, она мне давала деньги, я ее украл, у меня деньги книга. Пошли, пошли, пошли. Коля, тебя обыграли, ты 3701, а 730, мам. А он у нас обманул. Правильно. Умница. Он умный сюда. Да. Хорошо, построили? Да. Мальчики, построили здесь. Ага. Эй! Даник не нарезился, да? Кто хочет с Даником еще? Болит хруста? Что? Болит хруста? А, немного. Значит так, пацаны, еще раз. Посмотрите. Смотрите еще раз свой вес, да? И посмотрите, у кого немножко лишний, делайте так. Утром жрите сколько хотите. В обед половину, чтобы лучше съесть. А вечер старайтесь не жрать. То есть за день все это уходит, опять какой-то норм. А вот у меня все наоборот, утром я не жру. А, нет, пью кофе там. В обед вообще ничего не жру, если я поеду уже не работаю. А вечером холодильник не закрывается. Жена легла, пью. Все, Алина. Древ. Большая просьба. Брали, что какой кимоно, повесьте. Да. Кто хочет, может покачаться. Без кулон. Покачать, да. Молодец. Только смотрите, чтобы не простыли. Я вас сам к маму. Да, и перекачаться. Тоже тренируйте.